Ребят, всем привет. Знаете, много скопилось разной информации, хорошей информации и всяких там событий по нашим общим делам. И они просто копятся, потому что я не успеваю тупо нормально заехать в кабинет и поработать. Мне постоянно как-то вот скапливается много дел, от которых ты просто мотаешься. Поэтому завтра я прям пораньше соберусь, чтобы в кабинет успеть. И, видимо, завтра будет выходить немало разного материала в один день. Потому что он весь скопился, канал так простаивал. Не от того, что работы никакой не было, движника не было. Просто потому, что я не успевал известить вас о том, что сделано, делается там, и так далее. Надеюсь, завтра, по крайней мере, так я спланировал, завтра я успею заскочить и все вам рассказать, все снять в тех форматах, в которых мы привыкли. Вот. Но в целом могу сказать, что работа идет, все в принципе хорошо, не без сложностей, не без трудностей, но к ним мы всегда были готовы. Вот, спасибо, ребят.